И сейчас с нами будет на связи Альметьевский государственный нефтяной институт. Это Республика Татарстан, и презентацию этого университета для нас проведет Алена Александровна, начальник международного отдела. Алена, вы с нами на связи? Да, добрый день, Никита. Добрый день, уважаемые абитуриенты. Очень рада всех видеть. Хочу рассказать о нашем университете. Прежде всего, наш институт расположен на юго-востоке Республики Татарстан, в 350 километров от столицы Татарстана, города Казань, и в 1000 километров от Москвы, в самом центре Ромашкинского нефтяного месторождения. И близость индустрии обуславливает наше основное направление обучения – это, конечно же, нефтянка. В плане обучения мы считаем близость к производству нашим неоспоримым преимуществом, а бонус этого соседства для наших студентов – это наши практико-ориентированные программы, которые дают студентам возможность познакомиться с профессией, ну, непосредственной близости от него. Практически все наши преподаватели имеют опыт работы на производстве, поэтому они передают своим студентам прикладные знания из первых рук, а не просто теоретический материал. Статистику по нашим сайтам, по нашим программам вы видите на слайде, но их не так много, и, как я уже сказала, наше основное направление – это нефтяная отрасль. В статистике не отражено, но важно сказать, что практически 90% наших выпускников трудоустраиваются по профессии, в том числе в подразделение группы компании «Татнефть», нашего партнера. Ее головной офис также находится здесь, в Альметьевске. Как я уже сказала, «Татнефть» является нашим индустриальным партнером, и благодаря этой коллаборации в институте реализуется множество проектов, как научных, так и образовательных. Студенты могут, кроме всего прочего, претендовать на именную стипендию компании «Татнефть» и получать прибавку к своей основной стипендии до 20 тысяч рублей. Также компания предоставляет возможность активным студентам зарабатывать у себя на проектах, и это отличная возможность подработки непосредственно в компании, которая является потенциальным работодателем наших студентов. В ВУЗе на данный момент обучается 101 иностранец, что составляет 6% от общего числа контингента. У нас обучаются представители Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и Кыргызстана. В целом могу сказать, что наш институт небольшой, но мы видим неоспоримое преимущество именно в этом. Дело в том, что мы можем потенциально уделить внимание каждому нашему студенту, и студенты не пропадают в общей массе. Мы все живем как одна большая семья, и каждый может реализовать свой потенциал у нас в институте. Коротко расскажу об образовательных программах. На этом слайде вы видите направление обучения, пользующиеся большим спросом иностранных абитуриентов. Самой востребованной среди них является, конечно, программа «Нефтегазовое дело», и 90% наших иностранных студентов обучаются именно на ней. Более детальная информация представлена на стенде нашего института на сайте. Я только скажу, что наше базовое нефтяное образование в этой сфере – это отличный карьерный старт, если вы решите связать свое будущее с нефтяной сферой деятельности. Также среди студентов и иностранных абитуриентов популярно направление электроэнергетика и электротехника, технологические машины и оборудование, автоматизация технологических процессов и производств. На данных направлениях мы можем предложить вам как бакалавриат, так и магистратуру. Также мы осуществляем набор на программы управления в технических системах, менеджмент и экономика. Информацию об этих программах вы можете найти также на нашем стенде, на нашем сайте, либо на сайте выставки. Также можете перейти в наш чат Telegram-бот и посмотреть информацию там, там все подробно расписано. Для аспирантов мы предлагаем программу «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых». Наш институт оснащен современным лабораторным комплексом, и оборудование позволяет решать задачи применения химических реагентов на всех стадиях нефтяного производства. Подобный комплекс находится в ВУЗе в России только в двух местах – у нас и в одном из вузов Петербурга, и мы этим очень сильно гордимся. Один из самых важных вопросов для любого иностранного абитуриента связан, конечно, с жильем, и я хочу отметить, что в нашем ВУЗе в обязательном порядке всем иностранным студентам предоставляется общежитие. На слайде вы можете видеть рендер здания, но само здание уже сдано, и первые студенты туда уже заселяются прямо сейчас. Также вы видите фотографии реальные комнаты общежития, и
с моей субъективной точки зрения, это практически отель. Это совсем не напоминает казенное общежитие, к виду которых мы привыкли. Подробнее вы можете посмотреть видео на нашем YouTube-канале и на наших соцсетях. Мы все выкладываем, и поскольку для нас это важный этап в переходе нашего вуза из Огни в высшую нефтяную школу, мы это подробно освещаем, я думаю, всем будет интересно. Первое здание из двух, как я сказала, уже сдано, и второе готовится к сдаче в самое ближайшее время. Так что в новом учебном году все поступившие к нам студенты будут проживать именно там. Что касается обстановки в общежитиях, как вы видите на фотографиях, все общежития оборудованы новой мебелью. Также на фото не видно, но в каждом блоке есть небольшая кухня, холодильник, микроволновка, мультиварка. Также в каждом блоке есть душевая, и условия проживания более чем комфортные. Общежитие находится всего лишь в 10 минут ходьбы от здания института, и скоро сам институт переедет в новый кампус, который сейчас строится рядом с этими общежитиями. Как видите, стоимость проживания совсем небольшая, точной итоговой цены нет, но она существенно не изменится и составит в районе 1000 рублей в месяц. Помимо образовательных программ, Огни предлагает также массу возможностей для проведения свободного времени, реализации талантов и также занятия спортом. В Огни более 10 спортивных и творческих объединений, а также студенческий клуб «Общество инженеров-нефтяников СПЕ», которые, будучи студентами, уже имеют возможность реализовывать научные проекты совместно с иностранными партнерами. Также в нашем институте реализуется проект формирования англоязычной среды, в рамках которого мы обучаем английскому языку студентов первого и второго курса по программе Cambridge Empower, что я лично считаю большим прорывом для технического вуза, поскольку мы все понимаем, что уверенное владение техническим английским не только позволяет специалисту существенно вырасти в профессиональном плане, но и дает ему преимущество, конкурентное преимущество на рынке труда. На данный момент наш вуз находится в процессе трансформации в высшую нефтяную школу, которая станет уникальным научно-образовательным проектом, и в период до 2023 года планируется реализация более 20 научных и образовательных проектов в рамках одного большого проекта, в числе которых это прежде всего, конечно, строительство нового кампуса, который будет представлять из себя целый научный городок с лабораторным, жилым, спортивным комплексами, и в нем, я надеюсь, будет интересно учиться и жить всем нашим студентам. На данный момент закончено строительство общежитий, и сейчас на стадии строительства находится лабораторный комплекс. И пару слов о самом Альметьевске. Как я уже сказала, город находится в центре нефтяного месторождения, что, конечно же, благотворно сказывается на экономике нашего региона. Его еще называют нефтяной столицей Татарстана, и как потребители вы увидите здесь развитую инфраструктуру, которая делает город максимально комфортным для жизни. Здесь есть парки, спорткомплексы, скверы, рампы, все, что только можно представить. Из интересного, Альметьевск также называют велостолицей России. Общая протяженность велодорожек здесь около 200 километров. Я сама живу здесь не так давно, только с декабря, и я могу сказать, что была удивлена инфраструктурой столицы в рамках небольшого города. Отдельно хочется отметить толерантную среду. Это тоже важный вопрос для абитуриентов, так как в Татарстане проживают представители разных народностей, это татары, русские, чуваши, башкиры и так далее, отношение к иностранцам в целом здесь очень положительное, и среда очень комфортна для жизни. Мы также предоставляем бюджетные места иностранцам, поэтому я советую вам сканировать наши QR-коды, писать нашим представителям, заходить на наш стенд выставки и задавайте интересующие вас вопросы, поскольку уложиться в это время и рассказать все подробно довольно сложно. Алена Александровна, спасибо большое за презентацию. Действительно, времени мы ограничены в выступлении, но если требуется дополнительная информация, просто переходим на стенд института. И, кстати, о стенде. На стенде института я видел видео о том, как идет сейчас ход строительства вашего нового кампуса. Новым кампусом я вашим вдохновлен. Мне нравится очень проект, это очень круто. Я правильно понимаю, что к 2022-2023 году ваши студенты уже будут учиться в новом кампусе? Да, мы на это очень надеемся. Более того, высшая нефтяная школа подразумевает не просто смену кампуса на более современный, я бы даже сказала, европейский вариант. Это также наше партнерство с ТАТНИПИ, это институт проектов исследования нефти,
наши студенты будут иметь возможность работать в лабораторных комплексах этого института, и мы надеемся, что эта интеграция будет благотворно сказываться на наших образовательных программах. И такой вопрос по поводу высшей школы. Высшая нефтяная школа, правильно? Да, высшая нефтяная школа. А что это даст студентам в перспективе? То есть, я так понимаю, это расширение института, он станет больше, больше каких-то возможностей, программ по обмену, в другие города можно будет поехать, я прав? Да, совершенно верно, на этот счет у нас большие планы. Пока, к сожалению, я не могу вам рассказать все подробно, потому что мы должны сначала в него переехать, да, но в наше взаимодействие с нашими индустриальными партнерами ТАТНИПИ мы также сейчас думаем о взаимодействии с другими партнерами, например, с Huawei, и мы очень рассчитываем, что это даст возможность нашим студентам углублять и расширять свои знания не только в области нефтянки, мы также смотрим в сторону IT как более перспективного направления, но все это не все сразу, мы идем к этому постепенно, но уже делаем значительные шаги в этом направлении. Можно еще такой вопрос по поводу практики для студентов по окончанию или по ходу обучения? В какие компании вы можете отправлять сейчас? Реально ли, допустим, со старших курсов на этой практике уже, может быть, что-то зарабатывать? Расскажите, пожалуйста. Да, реально, конечно. Если студент активный и сам хочет участвовать в программах, реализуемых вместе с компанией «Татнефть», мы предоставляем такую возможность. Конечно, практики проходят у нас в непосредственной близости от нашего института и нефтяного месторождения, поэтому понятно, что основной наш партнер – это все-таки «Татнефть» и подразделение компании «Татнефть». А если мы говорим о проектной деятельности, да, у студентов есть такая возможность. У нас есть специальная корпоративная социальная сеть, где выкладывают вакансии, условно говоря. Студенты могут туда подать свою заявку. Происходит какой-то отбор, собеседование. И если все друг друга устраивают, то у студентов есть возможность начать зарабатывать еще, будучи студентом, у своего же потенциального работодателя, которому, возможно, они... Кстати, многие такой путь и проходят. То есть они сначала работают на проектах, а потом, если они делают это хорошо, качественно, и компанию «Татнефть» все устраивает, и опять-таки всех все устраивает, то очень часто они переходят и работают непосредственно в компании уже на совсем другой зарплате. Очень здорово. А может тогда такой вопрос, нескромный? А какая может быть зарплата у специалиста, который закончил институт, поступил уже работать по профессии, и вот сколько он уже может получать? Ну, примерный срез, средний. Это зависит от того, в какое направление вы пойдете, да, то есть... Менеджмент, контроль качества – это в одну сторону, а рабочие специальности – в другую, но в среднем это в районе там, 40-50 тысяч. На это можно рассчитывать, если вы хороший студент. Алена, еще раз спасибо за выступление, было очень здорово. Мы приглашаем абитуриентов переходить на стенд университета, искать их контакты и связываться с ними –